Всем хай, с вами Джо, добро пожаловать. Майнкрафт. Эта часть уже будет без завтра, потому что все равно нету. Будто не это называется задание у нас. Опа. Ей, просто нет возможности сделать. Ау. Ты еще медленнее. Воу. Воу, это так быстро было. А, за крафтим титионом. А, чё? Наверное, вот так делать вот это... Как нас вот это? Ну, для ловушки эта фигнюшка. Я не знаю, кстати, как они крафтятся. Вот серьезно не знаю. Я никогда не проверял. Может так? Да. Как крафтится шилд? Шилд, если я помню, крафтится вот так. Как крафтится эндер чест? Эндер чест крафтится вот так. Armor stand. Как крафтил Armor stand? Кстати, я никогда не крафтил, даже не знаю, как он строится. Возможно, он так? Нет. Тогда крафтится он так. Нет? Не-не, там полублок был, я точно помню. Вот. Как делается Rabbit? Я, кстати, не знаю, я даже не интересовался с этим. Этой темой. А там грибов, наверное, точно нет. Какие грибы есть? Вот это, вот это. А чё разница в этом всё? Странно. Я думал, что ладно. Activator Rail вот так крафтится вот это. Yes. Активатор. Сейчас я не понял. Какой активатор? Почему не кнопка? Так, и сейчас что-то тут не так. Ладно, пока что не понял. Что там за задание было? Чекпоинт, кстати, нормально. Green Lens. Идея от Метисар. И что ему не делать надо? Вау. Ничего себе. Не знал так, что так в Майнкрафте возможно. Хотя я вообще командный блок не развлекался. Может тут не только такой можно сделать, оказалось, ничего себе. Вау. Ой, паркур я не силен, особенно в таком. Сейчас обидно было. Тут ничего другого не было. Нас обманули. Расходимся. Ладненько. Заново. Тут еще другой проход есть. Тут еще несколько проходов. Интересно. Меня сюда же привело. А, точно, мне же можно и не держать это блоки, точно, я забыл, что-то тут затупил. Ну-ка.
То есть снижение обязательно держать. Чекпоинт. Пупу. То есть были зеленые, теперь у нас фиолетовые. Вау. Давайте включу я шейдеры. Просто сейчас такие задания идут, с которыми можно и шейдерами играть, кстати. Что-то сразу не понял этого. А плюс шейдер... А, боже мой, как темно оказалось тут. Но все равно так, так круче, мне кажется. Тут блоки мне больше нравятся. О. Что мне делать? Может пропустят кил? Что мне, типа, обратно лезть, что ли? Я не могу понять. А, я вот кил. Можешь пойти сюда? Ё-моё, это стрёмно. Хорошо. Так, мы телепортировались, это заметил. Что-то не так было. Неужели мы опять тут? Иногда хорошо, если будешь проверять все цвета. Здесь ничего, поэтому цвета я не вижу. То есть я ничего не вижу такого. Погнали. Так, тут чё, чекпоинт рядом. О. Так, слот 3. Синий. Было фиолетовый, зеленых вообще нету. Хорошо. Странно. Это прикольно, кстати, как сделано. Тут ничего нет. Фиолет появился. Я потерялся, народ. Я потерялся. Может, это была не единственная дорога, куда можно было попасть, например. Что? А, вот.
I'm back in. Зафейлил. Так, странно, хорошо. Допустим. Но сейчас я немного запутал. Я так пока что понять не могу, что от меня хотят. Может, мне фиолетом куда-то надо пробраться? Может, синий тут нет? Этого нету. Ух ты. Как там далеко надо было прыгнуть. Так, я нашел новый проход. Может, еще, если брать другой цвет в руки, то тебе прочешется в другое место, как я понимаю. Сейчас вообще. Если зеленый пойду, у меня будет другое место тут. Которое мне недоступно. А если возьму purple, видите, я вижу другой путь, который я, возможно, еще не был. Прыжки опасны. Так, тихо. Так, гусим. Может, попадем в другое место. Тут есть фиолетовое. Чекпоинт. Мы пришли обратно сюда. Опа. Ой, не вижу эту песню. Прикол. Как зеленый вообще нигде. Странно. Я заплутал. Это не хочу туда. А если я зеленым пойду? Странно. Не понимаю. Ну, тут у меня есть фиолетовый цвет. Ну, зачем мне этот фиолетовый? Понять не могу. Дэм! Чувак, я попутал. Я потерялся. Смотрите, то есть я делаю все почти правильно, да? А с этих порталах, можно так сказать, надо использовать другие цвета просто и все. Тут раз использовал зеленый, было по-другому. Давайте пойдем дальше с этим цветом.
Тут у нас пользуется фиолетка почему-то. Я опять упал. Ё-моё. Может, ты перестанешь падать? А, ладно, говорю еще один раз. Я пока что сейчас не понимаю, как мне это работать надо. Лучше синим взял. То она тоже синим идти. Потом откроется. Ну, когда мы сразу заходим синим цветом. Ну, видали? Да? Тут фиолетовое. Я уже был. Опять туда попадем. А зеленый вообще нигде не используется. Опять нас туда везет. Мы просто не идти туда. Нет, народ, это странно. Я даже не могу понять, куда мне надо идти. Тут зеленые блоки. Нельзя наступать на это. Это сложное задание. Я даже не знаю, что по-другому сказать. А если пойду обратно по этой дороге? Во. Это другое место. Ух ты. О, сколько нашел. Лол. Красный. Там что-то зеленое, походу, появилось. Посмотрим, что у нас с красной линзой можем сделать. Странно. Только тот поворот и все, да? Да, тут только сюда поворот. То есть тут только один проход. Да, то есть это делает один проход, всего лишь. Тут поворот сюда, видите? Нужен пятый цвет? А где тут пятый цвет? Какова наша цель вообще? В общем. Странно, что отсюда никакого цвета. Ничего такого нету.
Прохладненько. Пока что ничего не понимаю. Упаду. Допустим, я тут с красным похожу. А нам да тут скажут задание, в чем прикол? Ну что, цель, не знаю, это карты. Ё-моё. Вот в чем прикол был. Там чекпоинт, там даже текст был какой-то. Сейчас заберемся обратно. Я теперь знаю, как это пробраться. Это мозаика. Так, ладно. Тихо, надо прыгнуть сюда. Взять синий. Запрыгаем сюда. Чекпоинт. А не мозаика это? Это? Лабиринт. Весь это лабиринт, надо запомнить. Тут тупик у нас. Там же был? Тут тупик. Тут я куда-то пришел. Тут только зелененький. Не нравится эта идея. Что понял? Сажу тупик. Как я уже ожидать, это тоже тупик. Ё-моё. Я иду так свободно. Хер идет. Воу. Ей! Музыка прикольная. Final level. Снова call stage. Да ну. Ага. Это не простой паркур. А я откуда знаю, как его запускать? Как мне запускается? Чё? Сейчас не понимаю.
Откуда я знаю, когда надо прыгать? Я даже не знаю, на что это влияет. Какой симпл паркур, я даже не знаю, как он тут вообще сделан. Это тут у нас активатор. Где? Я тут не вижу того, что активирует эту фигню. Может, мне надо прыгнуть вот сюда? Нет. Мне просто откуда я знаю, когда он мне откроется и когда я могу прыгнуть? Я сейчас логики просто не понимаю. Все. Давай. Я вообще не понимаю эту тему. Давай, объясните, как мне это сделать? Ну серьезно, не знаю. Что мне надо делать, народ? Да ё-моё, пожалуйста, ну-ка объясните мне, как это пойти. Что за бред какой-то? Каким образом должен проходить? Так, попытка не знаю какая. Я нашел кнопку включения этой фигни. Можешь подождать еще немножко времени, побежать. Я нашел, как это делается. Да, это надо либо пробежать, либо что-то еще. Вот тут запускается так поршень. Я не знал, я долго мучился. Я просто хотел поставить АФК. Не пришлось вообще-то поставить АФК немножко. Так, теперь осталось запрыгнуть до туда, как понимаю правильно. Поверяйся. Только как мне до туда прыгнуть, я без понятия вообще. Ладно. А.
Раз, два, три, четыре, пять. Вы что, зайчик, погулять, да? Да ё-мо, а как допрыгнуть-то туда? Да ё-моё, меня почему-то выкидывает в бок. Из-за этого я могу запрыгнуть до этого места. Символ. Меня почему-то в бок выкидывает в некоторых моментах. Или меня глючит, либо что-то еще. Может просто прямо прыгнуть? Там что-то тормозит просто. Для меня просто надо просто взять и разбежаться и все. Знаете, так спуститься бегом. Вот так сделать. Нет. Так как-то это допрыгнуть, это вообще возможно? Тут один блок высотой всего лишь, а расстояние 2 или 3 блока. Так, ладно. Ой, плохо прыгнул. Даже не разбежался. Иногда мне не получается почему-то разбегаться. Может, мне прямо сюда надо сделать? Знаете? Да, возможно, но я не знаю. Тебе придется на Ctrl нажимать, чтобы разбегаться. Уже такая тема. Да ну! Yes! Congratulations! Я выиграл. О боже мой, пазл вот. Thanks for playing. I hope you enjoy. Too hard level. Sorry, mate. It's too hard for me. За что мне эта карта сдалась? Кстати-ка, я пока на сайте бегал, я заметил, что вышла вторая часть Make It Break It, вторая, да? Если помните, мы еще играли. Я буду в нее играть. О, медаль креатив. Это специально было пропущено, что-то не понял. А, народ, спасибо, что смотрели. С вами был Джоста. Лайки, комментируй, не забудьте подписаться на канал. И всем пока.